Эпиграф из Михаила Успенского. Как увижу Брахму, так поленом трахну. Первый. И второй. Даже бочка тара чья-то аватара. Грозный танк аватара, ежа под свистом, что погиб, протестуя, попавший под трак. Вещь в себе и без топлива, и без танкиста. Весь одетый в броню, как во враг, этот танк настоящий. К нему не придраться. Башня есть, пушка тоже, и в пушке заряд. Только создан он не для войны, а для танца. Этот танец, как мед, этот танец, как яд, как бабочка порхает легко. Танк исполняет танец танго, как бабочка порхая легко. Танцует танк. Сужается даль до размера игольного ушка, как поет один очень известный певец из-за облака танк, добродушно помахивал пушкой, намекая, что этому миру еще не конец. Этот ритм, эта музыка, эта печальная песня разливаются по танкодромам всех армий земли. Развеселая весьма и весьма зажигательная смесью. И танцуют все танки, мешаясь в пыли, как бабочки порхают легко. Танки исполняют танец танго, как бабочки порхая легко. Танцуют все. Ты-та-ри-та-ри-та.